Представляем вашему вниманию снегоуборщик Шнековый шириной захвата 0,5 метра для мотоблоков 1100, 105, 135 серии, подвал отбора мощности. Устанавливаем опорные лыжи. Устанавливаем сцепку с успокоителем. Устанавливаем выходной патрубок, который вращается на 360 градусов. Устанавливаем приводные звезды. Закладываем смазку в червячный редуктор. Прикручиваем сцепку к мотоблоку с помощью трех болтов и выставляем цепь. Устанавливаем защиту, нижнюю и верхнюю. И сейчас показываем вам шнековый уборщик, снегоуборщик в работе. Шнек нагребает снег и подает его к вентилятору. Вентилятор с помощью трех лопастей выбрасывает снег через выходной патрубок. Передача крутящего момента осуществляется через цепь шагом 12,7 мм. На вал, с вала на червячный редуктор и на шнеки. Все отлично работает. Все свои пожелания и замечания можете осуществлять на электронную почту и по телефонам, указанных на сайте.